Поздравляю вас. Сергей Владимирович, поздравляю вас с победой. В целом, как оцените эту встречу для своих подопечных? Не очень мы сыграли, честно скажу. Сваливались на индивидуальные действия. То есть просили ребят играть в пас. Ну, сегодня такой хоккей был. Балки сыграли вязко, правильно в обороне. Поэтому было тяжеловато. Взяли 3 очка. Я так понимаю, в третьем периоде вы более довольны игрой подопечных, чем первых двух? Да, вся игра ровная была. Мы не использовали моменты, которые у нас были до этого. Поэтому относительно мало, можно так сказать. Ну, 6 голов. Могли забить больше. А так игра была ровная. На протяжении 3 периодов мы примерно одинаково играли. Ну и в целом поделитесь ожиданиями от завтрашней встречи. Чего стоит ждать от команды? Сейчас разберемся, кое-что изменим. Думаю, должно быть повеселее. Хорошо, спасибо большое.